Далее о происшествиях. Крупная авария произошла сегодня утром в Ангарске. Столкнулись сразу 4 автомобиля. Виновником происшествия стал водитель иномарки Toyota Corolla. Права на управление он получил совсем недавно. Сотрудникам ГИБДД молодой человек пояснил, что внезапно ему стало плохо, и сам момент аварии он не помнит. Признаков алкогольного опьянения инспекторы не зафиксировали.